Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, я, Дима, и вы на канале Димасик Влог. И со мной сегодня... Эндерманс! И сегодня мы нашли очень классную карту, которая называется Пубинг Симулятор. Тут нужно ломать всякие шарики, сундучки. Вот, я тут уже маленько прокачался вместе с Эндермансом. Добили вот мы вот таких вот пэтов, зашли на третью локу. Сейчас мы вам кратко скажем, что тут надо делать. Где вы появляетесь? Вы появляетесь вот тут вот на этой арене. Вы можете нажать на инвентарь и вам сначала дастся новый питомец, вы экипируете его. Потом идете, и потом вы ломаете всякие шарики. Вот, вы их ломаете, в принципе, и всё. Потом вы покупаете яйца новые, которые у вас появились. Но это сначала первое яйцо. Когда вы попадете на вторую локу, у вас появится еще один яйцо. Это на 2К. Там медвежонок, там лисица и все разное. Да, это яйцо для второй локи. Так, ребята, вот, я восстановил записи. Вот, кстати, какие у меня тут петики есть, вот. То есть вы тут спавнитесь, вам дается новый питомец, вы открываете инвентарь и экипируете этого питомца на кнопочку Equip Best. Потом идете ломать всякие шарики, вам будут даваться монетки, и за эти монетки вы купите питомцев еще лучше из вот этого вот яйца. Доберетесь до второй локи, будете там качаться, проделывая такую же функцию, вот, только все яйца, они находятся именно на первой локе. Эндерманс, смотри, я вижу, мы уже добрались до третьей локи, и это получается у нас зимняя локация. И что же тут надо делать? Я сейчас дойду до четвертой локации, потому что у меня 725 монет, то есть. У меня, кстати, уже 28 тысяч монеток и 210 кристальчик. 210 кристаль. А у меня 748 тысяч монет. У меня 748 тысяч монет. Да, кстати. 748 тысяч это достаточно крутые питомцы. Это даже недостаточно, это супер питомцы какие-то. Так, вот это вот, кстати, тут есть небольшие вот такие вот самолетики. Так, я сейчас пойду тогда на. Это дирижабли. А, это дирижабли, понятно. Я сейчас тогда на вторую локе поломаю только все. Так, вот это вот, например. 1, 2, 3, 4. Все, я это ломаю, и оно достаточно быстро ломается. Потому что у меня одни из самых лучших пэтов. И, кстати, у Эндерманса тоже. Да, Эндерманс? Ну, у меня пэты на 323, 236, 8... 10, 35. Я думаю, вы уже прочитали, какая локация будет четвертая. Это у нас локация пустыни. Десерт. Да, да, да. И я дойду сейчас до нее. У меня осталось всего лишь 300 этих, то есть монеточек. И все, я могу спокойно проходить. И все как... Кстати, вот, ребята, я уже, смотрите, как быстро это все ломаю. Эндерманс, ты реально уже идешь на ту локацию? Ты серьезно? Да, у меня 800 сейчас будет. У меня сейчас 800, либо же 1 лям. Дима, отойди, пожалуйста, я хочу, мне нужно на четвертую локацию. Так, ребята, тогда давайте я сейчас иду на первую локацию, чтобы себе купить питомца уже. 1 лям, ну что, десерт? Все, я на локации, и тут, вау. Пустыня? Вот тут, кстати, тут сундуки на 1 лям. Нихера себе. Не, ну нифига себе. Мне из яйца, знаешь, какой пэт выпал из яйца за 10 тысяч? Мне выпал Варлус. Фиолетовый какой-то. Варлус на 208 силы. Эпик. Варлус.
Маркус фиолетовый на 208 силы, на 7% он. А ты скинь, покажи на трейде. Еще нарвал мне выпал. Все, погоди, я сейчас экипирую лучших питомцев. Вот, смотри, я сейчас тебе в трейде его скину. Так, все, я тебе трейд отправил, кидай. Принимай, точнее, мне его. Так, смотри, вот этот мне выпал, и еще вот этот вот следом. Братан, вот за это вот ты дашь этих плетов? Или не получится? Да не, у тебя у самого пэт лучше, это у тебя пэт крутой. Так, давай еще. О, погоди! Погоди, какие тут пэты? Братанчик, я пошел. Эти пэты на тысячу, я пошел. Эти пэты на тысячу. Ты бежишь от меня, ты играешь со мной, но я поймаю тебя, позвоню в домофон, а в ответ тишина. И Боря тебе бом-бом. Нифига, я быстро ломаю. И сколько? Кстати, Эндерманс, мы когда-нибудь тут будем пэтов покупать? Да, если, конечно же, у нас будут робоксы нормальные. Нет, пэтов именно на плейроке. А, на плейроке? Ну, надо посмотреть сначала на пэн... Там, либо же, не знаю. Есть ли они? Да, конечно, потому что там только по армрестлингу пэты, то есть, и по симулятору X, а дальше нету. Там на, в Adobe Me просто, и все. То есть, это на три таких сделано. Ну что, братанчик, пожелай мне удачи, я пошел на выбивать. О, спасибо за то, что помогаешь так, мне давай. Ломать этот дирижабль, спасибо, что помогаешь мне. Огромное тебе. Ребята, ну как вам карта? Прикольная? Прикольный экспириенс? Прикольный плейс, да, ребята? Кстати, ребята, ссылку на этот режим я оставлю в описании. Да, Эндерманс, я же оставлю в описании плейс этот. Что? Я же оставлю в описании этот плейс. Конечно, оставишь. И подписчики смогут поиграть в этот легендарный плейс. Мам, закрой дверь. Это, кстати, наш любимый плейс, в который мы всегда будем играть. И он называется еще раз Пупинг Симулятор, типа Симулятор Шаров. Ну или что-то в таком духе. Симулятор ломания шаров. И да, я уже доламываю этот дирижабль, и да, наконец-то. Братан, я пошел, знаешь что, ты сейчас офигеешь, я сейчас пойду открывать яйца на 50 тысяч. Понятно, ну ребята, я сейчас тогда поставлю видео на паузу, чтобы нам прокачаться. Итак, наконец-то, я дошел до четвертой локи, итак, давай, бай и вау! И что это такое? Чего? Тут какая-то пустынная пирамида, бро, иди сюда. Через 10 минут. Через 5 минут. Иди сюда, бро, на мне. Это то. Бро, иди сюда ко мне. Посмотри, тут какая-то пирамида. Кстати, давайте я покажу твоим подписчикам, какие у меня теперь сейчас пэты, которые я сейчас выбивал их. Так, все, цепт. Так, и давай. Вот такие у меня пэты. Да ну ни хрена себе. Спасибо. Какой якорь? В смысле? Нет. Так, ну, конечно, прям прикольно, а я пока буду это ломать. Ну, конечно, это очень быстро ломается с моими топетами. И сколько мне дается? Так, я пойду, кстати, хочу открыть, кстати, сейчас это себе открыть сейчас этих пэтов. Открыть сейчас яйцо это, но пока подождем мы. Видео на паузу ставлю я. Так, ребятушки, я сейчас иду на первую локу, чтобы открыть уже наконец яйцо. Так, давайте сейчас я прибегу так быстро. Стоп, а когда мы будем на сотой локе, бро, то как мы, сколько времени мы бежать-то будем?
Тут можешь... Час, два. А, тут телепорты есть. А, нет, телепорты тут за 50 робуксов, блин. Так, давай. Ну, за 2 часа минимум. Наконец-то, новое яйцо за 75к. И сколько же оно дает? И... Так, Миркэт мне выпал, какой-то Миркэт, не знаю его. Так, еще давай, еще одно яйцо и опять еще один Миркэт. А сейчас мне что выпадет? Так, open 1, и что мне выпадает? Камель, и это конь какой-то, не знаю, какой-то, не знаю, кто это, но теперь у меня супер крутые пэты. Посмотри, как я... Не, у меня эпик пэт на 781. О, поздравляю. Так, тогда я сейчас иду тогда на четвертую локу. Так. Опять камал, подожди. Так, давай камал. Так. А, Меркэт, Меркэт. И насколько я быстро буду ломать сундуки на... Братан, мне выпал какой-то легендарный. И вот тысячу. И этот пэт на тысячу. Этот пэт на тысячу. Нифига себе. Не, надо с этим завязывать. Поэтому с вами, как всегда, был я, Дима. И вы были на канале Димасик Влог. И со мной сегодня был мой друг. Эндермас, ну не выключай. Всем пока-пока, дорогие друзья.